В Шымкенте с декабря 2019 года регистрация очереди на жилье осуществляется в автоматизированной системе. В результате сформирована информационная база зарегистрированных граждан. По итогам прошлого года в очереди на жилье по городу в общей сложности было зарегистрировано 42 094 человека. Среди них дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, обладатели подвесок Алтын и Кумыс, награды Батыр-Ана, уязвимые группы и другие граждане. В жилищном строительстве доля государственных программ значительна. В частности, за последние три года по программам «Нурлужер» и «Нурлужол» жильем обеспечено 6497 человек. Кредитное жилье получили 3209 человек. 2384 граждан обеспечены арендным жильем. По программе «Молодежь» ключи от квартир были розданы 904 молодым людям. В этом году планируется раздать ключи от 976 квартир без права выкупа. Из них 300 квартир предназначены для молодых людей, работающих по программе «Молодежь». 378 квартир будут переданы многодетным семьям, а ключи от 298 квартир будут переданы социально незащищенным слоям населения. Кроме того, в 2021-2023 годах гражданам, стоящим в очереди на жилье, планируется распределить 2835 квартир.